Видео сделано при поддержке моего телеграм-канала. Ссылочка находится в закрепленном комментарии. Предыдущей серии. После этого идти лечение аномалий. Твои кончины. Твоя мать. Что тебе было неприятное? Очень бело. Троушамори. Второй акт, шестая глава. Что ты? Что ты сделал? Я не должна быть здесь. Ты это делаешь? Что ты делаешь со мной? Что ты? Поняла, что у Бея сейчас не все в порядке. Но эй! Его врач сказал, что он отправится от аварии примерно через 2 недели. Пока он восстанавливается, я займу его обычное место. Итак, что я опять искала? А, да, я искала труп девушки по имени Мари. Интересно, где она? А? Странный призрак. Ты нигде не видел труп? Что? Ты вообще такое? А, Рабата. Конечно. Ладно, погнали. Хорошо, Обри. А теперь расскажите мне, что вы видели? Когда я пришла на кладбище, ее тело уже не было. Надгробие разбито, а цветы растоптаны. Почему из всех людей это должна была сделать именно она? Что еще вы видели в окрестности могилы? Я видела следы, ведущие в лес. Я туда точно не пойду. В этот момент я поняла, все начинает приобретать личный характер.
тебе большое. Мне нужно сделать кое-что важное. Как насчет еще одной песни перед тем, как мы уйдем?